Ульяновский наноцентр работает в регионе уже 10 лет. Это уникальный инновационный проект. Сотрудники центра занимаются сопровождением и поддержкой технологического предпринимательства. Это один из самых эффективных технопарков России. Под крылом наноцентра десятки резидентов, которые занимаются важными для региона и страны разработками. Как раз в августе исполнилось 10 лет с момента основания здания наноцентра. И за всю эту историю было основано более 80 высокотехнологических компаний по различным направлениям. Это молекулярная генетика, это тонкопленочные покрытия, композитные материалы, новейшие технологии строительства, микроэлектроника, интернет вещей, ну и альтернативно-водородная энергетика. За время работы были созданы около 100 новых объектов интеллектуальной собственности в России и за рубежом в сфере высоких технологий. Не последнее место технопарк занимает в судьбе отечественной отрасли ветроэнергетики. Создание первого в стране промышленного ветропарка и первого производства лопастей для ветрогенераторов – тоже одна из заслуг резидентов наноцентра. Во время эпидемии COVID-19 в наноцентре активно занимались созданием тест-систем. А среди будущих проектов – инсулиновая помпа, которая учитывает индивидуальные особенности пациента. За всю историю в бюджет Ульяновской области на налоговых отчислений составил порядка 780 миллионов рублей. И если учитывать дочерними компаниями, на данный момент работы обеспечиваем более 150 специалистов в сфере высоких технологий. Наноцентр располагается в индустриальном парке «Заволжье», который входит в число лучших парков и особых экономических зон страны. За масштабный и уникальный ульяновский наноцентр и парк «Заволжье» можно проголосовать на национальной платформе «Достижения РФ» в разделе «Достижения региона». Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.